Добрый день. Слышно, да? Добрый день, я извиняюсь за опоздание. Дорогие друзья, ну вот сейчас мы подведем итоги, расставим по местам. Я хочу вам сообщить, что в этом году был зарегистрирован международный экспертный центр Янардак в Чехии. Takže, milí přátelé, omlouvám se za zpoždění, teďka teda udělíme pořadí a vyřídíme tuto záležitost a jenom bych vám k tomu chtěl říct, že v tomto roce byl v Praze založeno expertní centrum Janardak. Он занимается той культурой, которая пришла из Азии, из Туркменистана. Если вы придете в Чехию, Словакию, Германию, в любое государство, вы увидите обязательно признаки туркменской культуры. Это халтыкинская лошадь и туркменский волкодав Алабай. Так что это центрум занимается культурой, которая пришла из Туркменистана, потому что, ať уж придете до Česka, на Slovensko, do Německa, do Francie, všude vidíte této kultury a to jsou achaltekinští koně a turpenčtí vlkodavy. И мы, конечно, с большим уважением относимся ко всем к вам, тем людям, которые занимаются этой культурой. Но есть какие-то определенные проблемы, которые возникли за последние годы по всей территории, где распространялась эта культура. Также мы, самозрение, имеем уступ ко всем, к вам всем, кто се этой культуре венуете, кто се о то занимаете. Ale v posledním roce jsme se setkali s nějakými problémy, které se objevily ve všech těchto teritoriích. И обращая внимание на все это, мы заметили, что в интернете идут обычные споры, когда говорят, твоя хорошая, моя нехорошая, так далее. Поэтому мы решили направление выбрать такое, чтобы люди сами выбрали. Если они хотят разводить среднеазиатскую собаку, они идут в этом направлении и выводят, если там где-то в третьем, четвертом поколении есть, скажем, другая порода, они ее выводят за седьмую генерацию, и Международный экспертный центр Янардак выдает сертификат. Мы рассматриваем, создаем экспертную группу, подаем, значит, это в интернет, обсуждаем, и после этого выдаем этот сертификат. Na internetu se objevují různé dohady a diskuze, tohle je lepší, takže aby jsme se tomuhle vyhli, tak jsme se rozhodli umožnit lidem, aby si mohli sami vybrat, čemu se chtějí věnovat, jestli středoaziata nebo to, takže pokud člověk se věnuje kovu středoaziata, třeba 3-4 generace, tak je možné po dalších generacích doložit a původ a získat certifikát od expertního centra, kde my všechno vyložíme na internet a vydáme tento certifikát. Эта экспертная группа будет обсуждать по месту рождения и по месту приобретения, и также будет получать информацию у всех людей, кто имеет какие-то замечания. И после этого мы выдаем этот сертификат. Так что это будет скупина экспертов, которые места будут, места взыскания, доноса, подле родохмену, то посуди, сгоднути. А сегодня на этой выставке мы будем также выдавать лучшим представителям, будем выдавать дипломы от этого экспертного центра. А так и днеска на této výstavě těm nejlepším představitelům dáme дипломы экспертного центра. Всем большое спасибо. Давайте начнем тогда. Так, всем дякую, а начинаме. Takže tady se seřadíme první Asbar, Beter, druhý, za ním jde. Běž tam dozadu. Využíváme šířky kruhu. Běž tady. Ne, tady začne první, druhý, počkej, já. Druhý, druhý. Třetí je Zakar, Derdar. Šarkhan. A už jde Šarkhan. Ulgun. Šarkhan, Ulgun.
Так, вот это все, да? Шехты? Да. Ну пусть пройдут чуть-чуть по кругу, пусть походят. Только не надо бежать. Шагом, шагом. Да, да, не надо так, бежать. Так, попросим до кругу, а иным кроком, помалу. Помалу, 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 помалу. Так, я лишнюю буду убирать, да, тогда? Убирать? Вот это вот делаем его, и рядом идет тоже убираем, это когда убираем поле. Совсем, совсем. Да, 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 да. Так. Этого тоже убираем. Убираем. Уже ты кислый первый. Этого убираем. Сколько тебе? Первый, второй, третий, правильно? Да. Этого тоже убираем. Можешь отдать. Давай, давай, давай. Подниму это, вот. Этого убираем. Это. Так, три осталось? Да. Так. Первый. Второй. Третий. Первый, второй, третий. Что там, что там давай, там за небо будешь. Это не погари. Я подожду, когда уже общий будет. Почкайте, еще один. Ты бил, 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 ты б
Ne.